Обзор по паре доллар-иена, часовой график. Общим боковым движением отметились торги в четверг по данной валютной паре. Можно было заметить после активных продаж, которые начались в американскую торговую сессию среды после объявления процентной ставки ФРС США. Вчера баланс между покупателями и продавцами был понемногу восстановлен, и на текущий момент можно наблюдать более четкое боковое движение, которое, учитывая то, что сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, будет сохраняться именно в текущем диапазоне. Следует обратить внимание на то, что и на 4-часовом графике наблюдается, пусть и в широком диапазоне, все-таки общее боковое движение, и на дневном графике также наблюдается широкое боковое движение в рамках диапазона между сопротивлением 115-50 примерно и 111 также 50, то есть 400-пунктный диапазон движения сохраняется на текущий момент. И как известно, процентная ставка недавно была изменена. При всем при этом темпы роста американской экономики все еще демонстрируют более чем положительную динамику в сравнении с теми же с той же экономикой Японии, как говоря о японской иене здесь. Поэтому следует ожидать то, что хотя в ближайшую торговую сессию ожидается боковое движение, не исключено все-таки, что в среднесрочной перспективе котировки достигнут нижней границы диапазона, но принимая во внимание все-таки фундаментальный фактор, в долгосрочной перспективе следует ожидать именно восходящего движения или как минимум возврата цен к верхней границе диапазона 115.47-115.50. Ввиду чего на сегодняшнюю торговую сессию, как было отмечено, рекомендую заключение сделок от границ действующего диапазона на часовом графике с фиксацией прибыли и разворотом, соответственно, у противоположной границы данного бокового тренда.